Вот уже полтора месяца жители Калининградской области голосуют за свои школы и детские садики, чтобы получить в подарок компьютерные классы и интерактивные доски. Мы решили пообщаться с покупателями магазинов «Вестер» и узнать, за какие учебные заведения они отдают свои голоса и почему именно их школа или сад должны выиграть. Голосую за среднюю школу номер один города Гвардейска. Будет какой-то компьютерный класс разыгрываться. Ну, надеемся, что наша школа его и получит. Замечательно, что хоть кто-то еще школам поможет, кроме нас, родителей. Если не секрет, да, вы все знаете сами, что очень много средств – это от родителей. Отправь ребенка в школу, снаряди, обмундирование купи, и пошли расходы далее и далее. Проект «Вестер школам» стартовал 1 августа, и буквально с первого дня многие покупатели в него активно включились. Голосуют и взрослые, и дети. Даже люди более старшего поколения голосуют за учебные заведения и садики, где учатся или посещают их знакомые детки или родственники. Ну да, я все время голосую за свою школу. Сказали, что класс компьютерный должен быть, если выиграет. Я считаю, это очень хорошо в школе. Если нет компьютерного класса, то этот подарок будет очень даже отлично. Для тех, кто совершает покупки в Калининграде, но живет в области и тоже принимает активное участие в программе «Вестер школам», напоминаем, что, сохранив чек, вы можете проголосовать за любимую школу по телефону горячей линии. И, может быть, именно ваша школа 15 ноября станет обладателем нового компьютерного класса.